Bitcoin Cash BCH торгуется на уровне 309. Котировки криптовалюты торгуются выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей тенденции по Bitcoin Cash. На данный момент котировки криптовалюты движутся вблизи средней границы полос индикатора Balin & Bentz. Bitcoin Cash BCH прогноз на завтра 20 сентября 2019 года в рамках прогноза курса Bitcoin Cash ожидается тест уровня 306. Откуда стоит ожидать попытку продолжения роста BCH и дальнейшего развития восходящей тенденции? Целью такого движения выступает область вблизи уровня 332. Консервативная область для покупок Bitcoin Cash располагается вблизи нижней границы полос индикатора Balin & Bentz на уровне 296. Отменой варианта продолжения роста курса Bitcoin. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru. Ссылка на новость доступна в тексте под видео.